Ребята, смотрите, мы сейчас с шариком сидим рыбака. Так, уточки. А, всех рыб мы даже съели. Опа. Всем привет, ребяшки, меня зовут Спорит Иду. Это тест обрела, в котором мы поиграем за красного шарика. Видите, теперь он у нас вместо рыбок будет есть вот эти вот штучки. И мы будем сегодня им поедать всех рыб и все-все-все. Сидим с нашим красным шариком. Ну что ж, давайте начинать это все дело уже съедать. Это кто-то нас кормит в аквариуме. Он еще, ребята, не подозревает, что может случиться, если мы с вами вылезем. Смотрите, как мы тут ползаем. Так, а ну-ка. И что? О, это мы выпрыгнули в раковину. Вот так. Так, теперь как-то нужно вот здесь доползти. И упали мы в какую-то сточную трубу. Ого, прямо в речку упали. Прикольно, мы тут такие еще маленькие с шариком. Так, ями. Сейчас мы начинаем, ребята, есть. А, есть креветочек. Вот это они вкусненькие. Так, а ну-ка, вот этих еще. Ой, смотрите, теперь можем есть креветок, которые больше в несколько раз. Так, что это? Ух ты! Крышечки. Мы какие-то крышечки съели с вами. Так. А тут мы все больше ничего не съесть не можем. Так, мы начали есть рыбу. Ух ты, мы даже эту штуку съели. Так, а бутылочку или... Вот это мы, конечно, стали гигантами. Всех рыбешек шарик наш съел. Вот это шарик. Есть, мы с вами справились. Так, что же у нас там будет дальше? Поехали. А мне... рыбы эти едят тоже креветок. Ну-ка, оставьте мне их, не ешьте, это все мое. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Я маленький злой шарик, который все съедает. Так, смотрите, какие-то ракушки его начали есть. Жемчужины. Так. Что, мы можем есть уже уточек? Ого! Смотрите, на шарик ест уток. Ого, их здесь достаточно много. Так, куда вы, рыбешки, боитесь меня, да? Что? А ну-ка, баночку. Или баночку нельзя было есть. Почему она красным светилась? Так, уточки. Ха, всех рыб мы даже съели. Опа. Опа. Так, сколько мы кого съели? Даже одну баночку. Рекорд установили с вами. Ну что ж, давайте в третий уровень отправимся и посмотрим. Так, а, есть вот такие рачки. И что, они меня могут съесть? Так а где наши жизни? Так, в общем, нужно этих раков опасаться. Пока что мы еще с вами маленькие, но мне кажется, мы их съедим скоро. Так, давайте вот этих маленьких креветок пока что есть. Ням-ням-ням. Они тоже их едят. А все, отстаньте от меня. Так. Тут никого нет, а ну-ка давайте на дно спустимся. Нет, в общем, кроме злых этих раков, никого нету. Придется, ребятки, нам наедаться на креветках, а потом уже посмотрим. Так. Отлично, мы потихонечку начинаем расти. Так, мои креветки, ну не трогайте, злодеи. Оп, оп. Скоро я до вас доберусь. Так, ну что, они меня еще могут как-то укусить до сих пор. Так, все. Ха-ха. Теперь кто-то поймался. Ну что, кусали меня, теперь идите сюда. Тебя я съем, злая ты креветка. Смотрите, как шарик всех съедает. Вот это да.
Ам-ням-ням-ням-ням. Ну что ж, ребята, вот мы всех съели. Ю-ху. Так. Что это? Подождите, вы хотите сказать, что мы прошли не на время? Так, нужно быть осторожным, не попадаться в их не... Как это они называются? Клешни, да. В общем, стараться до них не дотрагиваться. Окей, окей. Ями-ями! Ай! Нет, вот это плохо. То, что мы дотронулись, это плохо. Мы сейчас на время попытаемся пройти тут. Вот. Это мы забрали. Ага, мою, Ася, мою. Так, оплываем, оплываем их, оплываем. Я не знаю, может, чтобы получить 3 звездочки, нужно не попадаться к ним, но мы это проверим. Да отпустите меня, я скоро вас начну есть. А-а-а. Вот и все. Так, ну мне дадут 3 звездочки. Нет, а почему 1? Странно, ребят, странно. Так, а что у нас здесь теперь? Вау, это мы можем так прыгать? Ха-ха, перепрыгнули, смотрите, мы сюда. И теперь, ух ты, мы можем водоросли даже кушать. Опа! Разгон, набираем и птичку. А мы сейчас будем очень огромными. Ага. Так, да, эти ребёшки теперь для меня очень мелкие. О, это что за тюлень, тюлень, отстань, отстань, тюлень. Так, давайте будем лучше птичек этих ловить. Лично шарик справляется. А, иди сюда. У-ху! Вот это классно, да? Так можно прыгать в воде. Давай, шарик. Все? Да нет, погодите, мы ведь там тюленя этого не съели. Нам нужно было съесть тюленя. Так. А ну-ка. Так, пойдемте к тюленю нападать. Я хочу его просто съесть. Ха-ха, вот мы его съели, тюленя. Ой, ну что, у нас нету звездочек? Ну мы ведь даже тюленя съели этого. Эх. Ладно. Ну что ж, ребятки, вот такая у нас получилась серия, такой тест в виде красного шарика. Надеюсь, вам понравилось, так что обязательно ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока-пока. Thank you.